Напомню, комплекс ГТО или «Готов к труду и обороне» – это программа физической подготовки, которая всегда основывалась на системе патриотического воспитания молодежи. В этом году в Сочи было проведено 10 спортивных и более 400 профилактических мероприятий, в рамках которых нормы ГТО сдали 20 тысяч человек. 10 тысячам сочинцев были присвоены знаки отличия. На торжественном же мероприятии, посвященном подведению итогов года, наиболее отличившимся приказом Министерства спорта страны вручили золотые знаки отличия. То количество значков, которое вручается, то количество золотых значков в первую очередь говорит о том, что город Сочи он спортивный, что мы где-то возрождаем, где-то держим планку первенства по развитию физкультуры, в первую очередь массовой физкультуры в городе Сочи. Спорт – это образ моей жизни. Но вообще, как бы, нормативы серьезные такие. Нужно постараться, нужно тренироваться. Мы живем в городе Сочи. Я думаю, что начать с плавания в море ежедневно и зарядки. И я думаю, что к значку можно прийти. Я рекомендую участвовать обязательно в нормах, сдаче норм ГТО, потому что это нужно, это важно, интересно. Это для здоровья нужно, для себя, для хорошего настроения даже.